Вот, такое произведение красивое. Так, теперь, ребята, значит, наши, как говорится, взрослые слушающие, наши выпускники Андрей Сергеевич, у нас вот такая с вами задача. То есть мы слушаем каждого ученика, каждого мы слушаем, про каждого что-то думаем, что скажем. Доброе и критическое. В общем, про всех такая задача. То есть мы сейчас их всех послушаем, потом скажем. У нас как бы не конкурс, но вот такое небольшое, тем не менее, состязание. Итак, сейчас Артемий Пономарев готов? Хочу сказать, что обязательно условие, когда слушаем других, включать микрофоны, даже Наталья Александровна, чтобы... Хорошо, дети, все выключаем микрофоны, оставляют только Пономарев Артем. Так, пожалуйста, Артемий играет этюд ре-мажор Яшинова. Артем, ты здесь? Куда делся? Так, хорошо. Даша, Даша Московцева готова? Слушаем Дашу. Thank you.
Я ничего не могу понять, что у Артема происходит. Не могу сейчас разобраться пока. Так. Даша, молодец, спасибо. Следующая у нас получается Юля Андреева. Пожалуйста, Юля. Таня, не забывай микрофон выключать. Пони. Юля, молодец. Юля, этюд Сулимова, ты готова играть? Анна Александровна, вы на что-то нажали? Угу. Так мне играть этюд Сулимова? Так, присоединился Артемий. Слушаем. Спасибо, Юля. Юля, спасибо, дорогая. Так, Артем, пожалуйста. А потом я, да? Да, потом Соня. Thank you.
Артемий, молодец, спасибо. Так, следующий у нас Соня Цибулина. Переподключиться, Таня Мутина. Переподключись, а то из-за твоего микрофона какие-то шумы, море. Это у Артема, видимо. Сейчас вот он играл. Это сейчас вот у Артемка мы занимались так вот, по Вайберу вот такие шумы бывают. Просто будет лучше слышно, вот, допустим, все ребята выключили микрофон, и звук лучше стал. Вот сейчас Таня тоже. Сейчас, думаю, будет еще лучше. Ага, хорошо, да? Да, давайте дальше. Ага. Так, Миша, лицо повеселее. Ты у меня в экране. Так, следующая Софья Цибулина играет этюд Яншинова и этюд Данкля. Так, для наших старших девочек, значит, Даша Московцева первый класс, Артемий Пономарев второй класс, Юлия Андреева третий класс, и сейчас остались учащиеся второго класса. Так, Соня, еще не включили тебя. Так, все, ты готова? Сонечка, пожалуйста, тебя слушаем. Угу. Забыла. Thank you.
Соня, спасибо. Спасибо, дорогая. Так, и следующая участница нашего концерта, нашей конференции, Кира Чижова. Готова, Кира, да? Как быть крупнее сделать, ага. Кира исполнит этюд, значит, сейчас я вспомню, какой. Этюд Яншинова и этюд Сулимова и этюд еще один. Кира, какой еще этюд? 29-й. Скажите потом, кто автор. Угу. Так, пожалуйста, Кира. Следующий, слушаем, с аккомпанементом этюд Сулимова, ага. Микрофоны. Тебя не слышат. Все включили микрофоны и похлопали. Всем, всем нам. Молодцы. Ребята меня порадовали
Все занимаются, все играют. Юля Соснина к нам присоединилась, очень приятно. Юля нас слушает. Юля, попробуй включить изображение, камеру. Так, ну что, сейчас, пожалуйста, Таня Рупина, Андрей Сергеевич. Наверное, попросим, значит, сначала Таню. Танюша, давай про каждого в отдельности понемножку. Дети сейчас... А у Тани только остается микрофон. Пожалуйста, ага. Андрей Сергеевич, у меня просьба еще. Аня там есть? Есть. Позовите, пусть сядет это тут. Чего она прячется? Мы ее тоже хотим видеть. Мы соскучились. Пусть возьмет стульчик и идет садиться. Что это? У нас конференция, мы все сидим. Так. Сейчас отключаем микрофон и слушаем, пожалуйста, Таня. Почему-то не слышно Таню. Таня, включи микрофон. Так, смотри, я не слышу Таню. Татьяна, не слышу. Танюша, микрофон включи. Микрофон включен. Включен, да? Танюш, ну давай погромче, попробуй сказать. А, не слышно. Так, хорошо, Таня, не слышно почему-то, не могу понять. Ты сейчас, может быть, напишешь или как-то сделаешь? А так, слышно? Сейчас слышно, давай. Сейчас слышно, давай. Ага. Вот, хотела сказать, что все большие молодцы, что проделали самостоятельно такую работу тяжелую. Я просто понимаю, как это сложно работать, во-первых, по скайпу и без живого контакта с преподавателем. Как бы мне самой это очень сильно не хватает, поэтому я представляю, что детям это еще намного сложнее уловить материал и понять, что от них требует педагог, и выполнить его, и сделать в определенной форме, и донести до слушателей уже целый музыкальный образ. Поэтому я думаю, что все большие молодцы, что все звучали очень хорошо. Вот. И я бы хотела только отметить то, что у большинства... были глиссандо, прям такие сильные, и я думаю, что вот над ними было бы поработать, чтобы их было меньше слышно. А про качество звука, я думаю, что все как бы... Глиссандо в переходах, да? Да, в переходах глиссандо. Вы тетя Сулимова, да? Меньше глиссандо. Ну... Что я могу сказать, что Артём молодец, Даша, ну, все большие молодцы, просто вот есть ребята, которые ошибались и несколько раз повторяли материал. Я бы хотела, чтобы вы поработали над этим и учились играть с первого раза, не ошибаться, потому что в дальнейшем это только не поможет вам, то есть, наоборот, возникнет проблема и будут большие сложности от этого избавиться, от начинания не с первого раза. Вот. Про Киру. Ну, девочка молодец, развивается, но там были нестабильные интонации в начале самом, потом она вроде бы как вошла в тональность в этюд в первом этюде, который она играла. Но тоже были глиссандо, потом мне показалось, что смычок она сильно пережимала. Но это может быть из-за того, что звук такой в интернете, но так как бы молодец. Потом, что сказать, Соня тоже молодец, хороший, мне понравился ее звук, вибрации. Но вибрации я, по-моему, не увидела, потому что у меня очень маленькая она, но вроде бы звучала хорошо. Но я думаю, что все молодцы. Аня молодец, ну, я не знаю, что сказать, я просто думаю, что все молодцы.
А я хочу сказать, что это не чистоты звука. Это, скорее всего, все-таки по связи это было. Ну да, это, наверное, связь, потому что я плохо слышала самых первых ребят, что там у меня лично были, что вот какие-то отдельные звуки, то есть целостные я не слышала. Единственное, что вот у меня уже звук выровнялся на... сейчас. На последних девочках. На Соне и вот на Кире. То есть уже звук более-менее стал, а так до этого я плохо слышала. Вот. Но я думаю, что все молодцы. Спасибо, Таня. Спасибо. Так, теперь передаем слово Рупине. Здравствуйте, ребята. Меня слышно? Ну, я присоединяюсь к словам Тани. Она, в общем, все правильно сказала. Надо всех обязательно похвалить, потому что видно, что все дети стараются, работают, не сидят, сложа руки в этот сложный период. И да, я тоже понимаю вас, как это непросто заниматься вдали от педагога. Вот, правда, все очень хорошо выступили. Вообще очень рада, что в Братске скрипичная школа все-таки как-то развивается, что вы все стараетесь, потому что у вас прекрасный педагог. Вот. И я заметила, что все дети играют как-то с душой, даже несмотря на то, что это этюд, все стараются как-то вложить душу в музыку. Это очень хорошо. Вот. Какие-то были помарки небольшие, но я думаю, это не так страшно, да и к тому же это, возможно, связь что-то искажает. Вот. Сейчас быстренько пройдусь по каждому выступлению. Я тут немного написала себе. Вот, Даша, первая девочка. А, кстати, я еще никого не слышала до этого, по-моему, никогда. И, в общем, была, в общем, рада услышать вас и познакомиться с вами. Вот. Даша молодец, была очень хорошая интонация, ну и вообще тоже музыкально, только вот надо следить за смычком, потому что в какой-то момент смычок пошел на гриф, в общем, просто следить, да, чтобы он был всегда в параллельной подставке и не уходил на гриф. Так, дальше была Юля. Так, Юля играла очень уверенно, с таким хорошим звуком. Вот, но надо следить немного за темпом. Может быть, ставить себе метроном. Вот. Во втором этюде тоже был очень хороший, плотный звук. Но вот Таня тоже об этом говорила, что надо стараться убрать глиссанто. Угу. Так, дальше Артём. Вот у Артёма только вот были вот эти вот помехи в звуке из-за связи. Потому что так все было очень хорошо. Так уверенная интонация, очень хорошая, стабильная. Вот. Дальше Соня была. Тоже очень музыкально. И даже не казалось, что это этюд. Казалось, что это какое-то прям произведение. Вот. Где-то надо было уточнить интонацию. Вот. Но вообще она была стабильная. Ну, вот именно пару моментов, где надо было уточнить. Вот. И очень хорошие вибраты я заметила. Дальше... Кира. Кира очень мне понравилась. Также надо последить за переходами и немного за ритмом. И вот я еще не совсем поняла, вот второй этюд, когда то есть там были какие-то нотки, которые можно было сравнить с открытыми струнами, и они не строили. Вот надо это уточнить, потому что в третьем этюде тоже были такие, допустим, соль-ноты, которые с открытой можно было построить, и ля, это уже все было чисто. Не знаю, почему так получилось. Во втором этюде немного нестабильная интонация, а в третьем прям все было хорошо. Ну и очень музыкально все было. В общем, ребята, поздравляю вас с проделанной работой. У меня просто скрипка расстроена. Кира, понятно, бывает. Рупина, спасибо большое. Андрей Сергеевич. Всем еще добрый день. Еще раз. Все ребята молодцы. Вот. Несмотря на то, что уже... больше месяца не было контакта с преподавателем, вот,
не играли со мной. Вот, вы все большие молодцы. Вот, и у нас такой получился небольшой концерт, даже я бы сказал, потому что каждый смог услышать друг друга, вот, в такой, как бы, в такой приятной атмосфере дома, вот. И несмотря на то, что это, как бы, концерт у нас такой небольшой, вот, нужно слушать и запоминать свои ошибки. Вот, допустим, то есть, ну, к чему я веду, что, допустим, ребята, которые ошибались в тексте, допустим, если бы вы были на живом концерте сейчас, то там нельзя переспрашивать, а можно еще раз сыграть? Вот, нужно всегда идти до конца с первого раза, чтобы зацепить слушателя, вот. И, в общем, все молодцы, еще раз повторюсь. Вот, я в отдельности, наверное, не буду про каждого говорить, просто скажу, что он... Когда вы играете самостоятельно одни, без концертмейстера, без преподавателя, будьте устойчивы в темпе, вот как сказала Рупина, играйте с метрономом, играйте под аккомпанемент, чтобы вас не уносило вперед, вперед быстрее доиграть до конца. Вот больше выслушивать, дослушивать до конца фразы все. Вот все ребята музыкальные. Вот. Чистите интонации все. Вот, уже ребята Таня, Рупина сказали, вот я со всеми согласен, просто не буду еще раз повторяться. Вот, наверное, все. Так. Андрей Сергеевич, спасибо. Ну, я сейчас, получается, свое резюме подведу. Но у меня сегодня выступление детей порадовали все. Все молодцы, выступили стабильно, все подтянулись. И даже в сравнении, допустим, с городским конкурсом, я вот хочу сказать, что, например, Артем смог собрать свое внимание, не отвлекался, да? Сыграл стабильно, как-то у тебя этюд прозвучал по-мужски, Артем, что он прям смелый такой был, именно звук был мужественный, вот как-то мне понравилось. Интонационно лучше стало, по темпу стало лучше, ровнее. Даша Московцева, молодец, сыграла чисто, и вообще как бы для первого класса и певучий звук. И ты выросла, между прочим, я тебе говорила, Даша, что если ты будешь играть этот этюд, ты обязательно вырастешь, и ты на нем очень хорошо выросла. Надо брать другие этюды, учить, 19-й этюд сейчас брать, разбираться, галоп учить, не сидеть, не ждать, что Наталья Александровна скажет. Вот видишь, в следующий раз выучишь, и следующая конференция у нас будет такая интересная. Молодец, Даша, и чистенько сыграла. Так, следующая, Юля Андреева. Сколько было борьбы? Я уж думала, что Юля сыграет 4 строчки, потому что Юля умеет представиться, что она типа, у нее с памятью не лады, она выучить никак не может. Оказывается, она может выучить весь этюд и 5 строчек. И она это может выучить за одно утро. Юля, ты что ж такое? Молодец, но сыграла музыкально, уверенно. Еще все-таки с метрономом надо заниматься и темп выравнивать. И ритмично, и музыкально, и звук хороший. Соня, вот Рупина правильно сказала, что Соня стала звучать лучше, и вибрация очень симпатичная, хорошая, и чистенько. Но видишь, надо сразу же стараться учить наизусть. Всем надо сразу же, учите произведение, сразу старайтесь учить наизусть. Не по нотам играть, с нотами все время как бы работать, но играть наизусть, это легче. Соня сыграла музыкально, молодец, почистила, да, в некоторых местах до диез на струне соль все-таки был низковатый, было дело. Это у всех причем было, ля, си, до диез, в ре-мажорном этюде Яншинова не было у вас этого до диез все-таки. Критикую. Так, Кира. Ну, молодец, сыграла вот именно, чувствуется характер в игре. Сыграла смело, ярко. Но вот видишь, все-таки надо еще работать и очень хорошо работать от интонации. Кира. Что-то мне Киру сейчас не видно. Вот. И смелее, и звонче сегодня прозвучал 29-й этюд. Хорошо, молодцы.
К сожалению, там что-то, по-моему, с аккомпанементом не сочеталось, то ли вы с интернет там тормозил. Но в целом ребята сыграли хорошо. Дети, теперь еще послушайте все, ко всем замечания. Вот мы сейчас, вы сыграли, если вы будете переслушивать запись, вы услышите, что, например, идут призвуки в исполнении. То есть надо постараться играть аккуратнее, работать уже над такими тонкостями, как смена нот, что нужно пальцы задерживать на струне или пальцы подготавливать, чтобы была игра более аккуратная. Вот это в целом такое пожелание. Так, ну и заключительная получается часть нашего марлезонского балета. Это Рупина нам исполнит свое произведение. Так, как же мне сделать? Как же мне сделать, чтобы было? Так, слушаем Рупину. Рупина, скажи, пожалуйста, что исполнишь? Если честно, я не выбрала, что играть. Ну, давай мы прям с удовольствием послушаем несколько фрагментов. Несколько. Ну, давайте начну с Баха. Сыграю Аллегро Ассае. Давай. Так, сейчас сыграю еще фрагмент концерта. Thank you.
Ой, с удовольствием, Рупина, послушали. Спасибо большое. Дети, давайте включите микрофоны, похлопаем. Молодец. Хороший полдень у нас такой. Праздник сделали сами, поиграли, с удовольствием послушали, молодцы. Дети, ну вот получается, как бы наша конференция подходит к завершению, но я что хочу сказать, что у нас есть вот такие планы, не знаю, удастся нам это сделать или нет. 1 июня, День защиты детей, помните такой праздник? Вот. И, возможно, нам удастся сделать запись хорала, который мы играли на посвящение Рождеству. И, может быть, как бы удастся присоединить наших выпускников к этой записи. И даже у нас были планы с педагогом из Тулуна, что они тоже присоединятся. Но непонятно, насколько это сложно технически, насколько это возможно технически. Но вы помните, дети, кивните, пожалуйста, вы помните, что мы играли этот хорал и исполнение Иоганна Себастьяна Баха? Так что давайте, не расслабляйтесь, вернее, отдыхать мы сейчас успеваем, я так думаю, сейчас еще праздничные дни будут. Готовимся к академическому концерту. Хорошо. Ага. Дети, сейчас, пожалуйста, сделайте все снимки экрана, отправьте в чат. Нет, вместе отправим все эмоции, давайте. Смайлики. Так, где там наши смайлики? Вот, отправляю. Где? Всем спасибо. Включили микрофон и похлопали. Включайте микрофоны. Так, следующая глава нашего марлезонского балета – это наши Миша и Аня. Готовят также концертные выступления. Вот так-то. Тем более Аня сможет даже с Андреем Сергеевичем играть. Ребята, всех было очень приятно видеть. Всех люблю. Всем до новых встреч. Спасибо. Вот. До свидания.